Салам, пацаны, с вами FlashGate, добро пожаловать в GTA 5. Сегодня на Радмире вышел новый Battle Pass, мы его посмотрим, повыбиваем из кейсов, посмотрим новые тачки. Не забывайте заходить на Радмир по ссылочке в описании, в реферальной системе вводите FGK и вы получите 75 тысяч долларов, когда доиграете 10 часов. Желаю приятного просмотра, ехал. Ну что, Радмир Сайбер, специально для меня сделали Battle Pass. Покупай. Всем привет. А, я забыл. Всем привет. Я что-то ебанулся. Нормально. Берем. И сразу, сходу. Берем вот так вот, закупаемся, покупаем 200. Это ты что, Джонни, эти деньги трынкаешь, что ли? Ну ладно, ладно, 5000 рублей, хорошо, 5000. 312 уровней, я покупаю. Бэм! Все. Тут я тоже могу выбрать, если что, какую ты мне отдаешь при выпадении. Ну, если это не стакается с моим желанием, то да. А мне что-то перепадет? Смотри, вот сейчас давай, вот сколько здесь будет денег, столько я тебе сейчас переведу на кивас. Давай, вот 12 000 долларов. Давай, друзья. Я годик за счет тебя поживу, блядь. Ну, кстати, они его хорошо наполнили, меньше всякой хуйни запихнули. И красивый еще. Сейчас посмотрим, что еще в кейсах. Так, первые оружейные. Ну, в оружейном неинтересно. Нет, добавилась одна винтовка. Которая мне сейчас выпадет. Это мы плавно в CSGO перешли, что ли? Да, тут и звуки CSGO, ну, правда, не слышишь. Это оружие было актуально еще в РДР, братан. Здесь 2000 вообще дали. Так, кейсик Пума. Слышь, пацанское шматье полетело, братан. Подожди, а мне пока показалось ли что-то из прошлого БП немного есть? Или как? Там Nike был. Не показалось. Так оно и есть. Тут то же самое, только значок другой. Красная. Ебать хуета, блядь. Ебать, почему там написано Рита, блядь? Я хуя. Реально, я не понимаю, Рита. Пума вроде называется, пишется Рита. О, нихуя! Вот это прикольно, кстати. Ебать! Протезы. Подожди, в натуре с протезами. Это потому что я инвалид, блядь, или что? Посмотри, он нижний. Нихуя! Это вообще имба, да? Блять, я это выбить точно должен, я это прям... Это клоунская, блядь, шматью, я отвечаю. Это киберпанк! Блять. О, протезы. Скифи, блять. Ну, надень, чекни, как это выглядит. Че, надену? Уй. Ебать, нах. О, хуета. Реально хуета, лучше свою пуприм надену, блять. Да не-не-не, да, пупримчик попить. Хотя бы, блядь, девочки, блядь, натянут. Так, здесь что? Ну, это тоже хуйня, блядь, хэппи милы все. Блядь, блядь. Там что, хуи? Да, с перчинкой. Хуёвый блок. Я думал, блядь, мне показалось, нахуй. Брат, вот это огромный хуес, это сейчас во мне 3 члена будет, смотри. Давай. Бля, аптечка. Сейчас 100% выпадет. Аптечка, ну это хуета, да. Так, это забираем. Адики. О, вот это нормально. Вот это спортивная сразу. Ебать, это что? Слышь, ты можешь приблизить? Нет, ну это Спанч Боб, блядь. Да, ну ты видишь, там Спанч Боб, он такой, как... помнишь мульт там, где чел... Розовый, где держит руки, глаза, да, вот да, так, да, типа... Да. Пацаны, мне 40, вы о чем? Как там, не корпорация мусоров, что так называлось? Бля, я помню, короче. Бля, штаны давай вот эти, слышишь? Три какие? Полоски, черные. Еба, тема, я в таких вот гоняю. Вот эти? Давай, да? Давай, специально для тебя, брат. Бля, братан, давай только 3 полосочки сделай, по красоте. Блять, а там это нормально было. А что это за вафелька ебаная? Graphics UK. Вадик. Я Джонни, а не Вадик, блядь. Я за Джонни сказал Вадики, а не Вадик. Подожди, а тут что-то... Ебать! Еба, ну-ка, надень. Подожди. А тут другой, я думал то же самое. Ты будешь, с этими рогами выглядеть, знаешь, как будто ты пришел домой, а у тебя девушка с парнем спит, и она такая, ой, сейчас, Джонни, сейчас я тебе объясню, бля. Это ты не о том подумал. Так, а я не понимаю, реально это очень круто выглядит. Ну-ка сейчас, оп. Еба. Бля, реально, слышишь, бля. Да, дорогой, он просто друг. Всегда знал, что ты черт. Блядь, главчерт, нахуй, похуй. Так, ну, а это оружие, ладно, неинтересно, не смотрим его пока. Одну откроем, ладно, похуй. А давай. Как дед, знаешь, а ну давай одну. Подмой. Нож! Ебать, нож выпал с кейса. Ну это не то, на котором стоит радоваться. Я просто не разбираюсь в ваших этих махинациях. Вася, я Вася тоже не разбираюсь, блядь, такой кадр, блядь. А тут, смотри, я понял, блядь, тут... подраздел, вот тут пума одежда, тут пума а-ля как аксессуары. Ну-ка, давай, блядь.
кеды нахуй. Давайте тапочки, тапочки какие-нибудь. Ну нихуя, слушай. Блять, фу нах. Ума RSX это тачка, блять, какая-то, типа, я разгоняться должен. О, кстати, мы же еще до кейса с тачкой не дошли. Ты что, у тебя тут тачка еще будет крутиться? Да, тут еще тачка будет крутиться, брат. Не охуел ли ты на сегодня это? Было бы. Бля, ну пиздец, заебали эти протезы. Вы что, ебанули? Еще зеленый опять тот же выпал, блять, пиздец. О! Да хуй огромный, дайте мне в рот! Хочу хуй в рот! Да-да-да-да-да-да, я тоже. Ай, блядь, ну ладно. Этот, блядь, цель. Ну-ка, повейп, блядь. Повейпить? Хорошо. А у меня жишки, по-моему, нету. Да, нету. Да бежи же, вейп, это же как. Да, жишки нету, брат. Они что там, приебанулись, блядь? Что, тут жижу надо покупать? Да. Полный баг, блядь. Томас, это же Радмир, тут все есть. Да, Радмир же лучше. Я тебе говорю, фулл РП. Давай, кроссовки какие-нибудь крутые, неоновые. Блядь. Континенталь. Что это такое, блядь? Они как обосраны, как будто немного. Это можно в говне топтаться и не бояться, что испортится. Блядь, фу. Свои супримы LV, давай. Такими не жалко бомжей пинать, да? Пиздец, блядь. Я хочу этот респиратор хочу. Давай, давай. Маска. НТ 2000. И вот тут хуй тебе сейчас выпадает, прикинь, блядь. Ну, слушай, да. Как раз под красный цвет фиолетовый. Да, вообще идеально под красный цвет подходит. Пусть как дотик гонять. И всем кричать, это стиль, вы не понимаете, блядь. Это стиль. Это почему я шут? Ну-ка, ну дай что-нибудь. Бля, ну без полос. Это пума. Да не, Риту сразу надевай. Ебать. Бля, вот эту давай за лупу, вот эту, которая... Рамчик 3X. Не, вот это, пенал, блядь, Мерс вообще. Ну, вообще футуристично выглядит. Блядь, пиздец, я хочу. Прямо сейчас, пиздец. Срочно! Чекай. Я буду думать, что ты на увеличенном тапке подъезжаешь. Ингот падай, смотри, ингот. Ну слушай, BMW давно. М5 Е39. Это заебись, Егорчик? Ну слушай, как заказывал, хуета. Бля. Бля, да заебали эти хуи. Ну дайте падает. Нам хуй уже, дайте хуй. Она, пожалуйста, с контейнера падает? Она в каждом контейнере падает. Блять. Бля, вот первый человек, у которого вейпов дохуя, а жижек нет, ты прикинь, блядь. Странный ты тип, блядь. Спанч Боба дай мне. О, Спанч Боб! Ну нормально, да. Одень, слышь. Одень, слышь, сритый, одень. Надень сритый. Сейчас. Будешь как додик выглядеть, слышишь, два. Давай. Я говорю сейчас вообще. Ох, ебать, как школьник реально вышел, блядь. Сейчас еще вот эти. Вот это. Цыган чисто, блядь. Че, знаешь, чтобы еще на ранце было. Рога упали, блядь. Джонни, это Джонни Егорчик, блядь. Рога упали, успокойся, блядь. А тут. Пиздец. Тебе подошло бы, знаешь, еще что? А тебе тут можно, слышь, на портфеле. Есть такой портфель, где написано на английском DOTS. DOTS? DOTS, да. Было бы славно, сейчас поищем. К этому так костюм. Было бы славно бустер. Так, вот это, Cyber, давай. Респиратор. Респиратор прикольно тут выглядит. Ой, часики нихуя. Ой, бля, кстати. Халва, блядь. Давай. Халва. Half-Life, типа, да? Да. Ну-ка. Ебать. Бля, Игорюшка, я говно и воняет, поэтому я понял на один. Все. Все, понял. Ты как будто, слышь, в секонд-хенд забежал, понял? То, что увидел, блядь, на полке. Да все подхватил сразу. А ну давай. Как будто с экспедиции Антарктиды вернулся, пиздец, блядь. Рита. Куртки, блядь, плюс 40, нахуй. О, вот это Тазон, блядь. Что за Тазон, блядь? Азон, газон. Нормально, азон, блядь. Ну, тоже фиолетовый, кстати. Ну да. Вообще стиль, блядь, идеальный. Вот ты сейчас на Твиче сказал бы пидор, блядь. Было. Пикай потом, Жоня. Пускай так отберёт. Три раза зеленые, прикинь, три раза. Пиздец. Давай, и хуй, тогда и хуй зеленый мне надо. В рот мне, я вообще рот открыл. Ну ладно, белый. Не особо похож на белый. Я рот раскрыл и в натуре хуйцом. А у хуй сразу захотел залететь. Нырнуть. Ну да. Ой, бля, кстати, красивые туфли. Персиковый. Где тут персик, блядь? Персик розовый? Поросячий цвет чисто. Реально так и должен был называться, поросячий. Да. Поросячий Адидас.
Ну, кстати, ой, бля, вот это круче. Как будто, да, чем халва это, бля, ёбан. И поближе сделай. А, так себе, блядь, видишь, она еще назад заходит. Не, прикольно. Ну хз. Пацан как будто в метро Exodus, блядь, переиграл и в Спанч Боба переиграл. И вышел на улицу баб клеить, понял? Просто пак, блядь, дурачка. Пойдет, да, ну ладно. Давай. Вот эти... Нижние что-нибудь еще. Блядь, какие желтые. Для Чупикса это пума. Мы с Ураганом. Мы с Ураганом, когда открывали, ему тоже подал желтый. О, Чупиксу сет собрали. Ой, блядь! Ой-ой-ой-ой-ой! Ты че? Это же этот, блядь, HyperX, блядь. Ебать, Razer, блядь. Прикольно. Ну, кстати, почему-то выглядит она не прям жестко, да? Вот когда прям надеваешь. Что-то так, тухловато. Но цвет другой, может быть. Получше, блядь, зеленое реально все падает мне. Бля, нахуй это члены открываете, все, нахуй эти бунги. Это намек, Джонни, это намек, понимаешь? Какой? Вайпер. Ну-ка, дай. Блядь, это что, зеленое, блядь? Намек. Егорчик, инвайт его быстрее. Все, все, тачка. Еще скажи, что зеленая тачка выпадет. А ну в пизду, Джонни, погнали собак крутить, блядь. Блядь. Ну что, же не круто? А, пиздец, я понял, одни бэхи будут. Собаки не дают, да, сегодня? Что-то, блядь, надо не в мегавей спать, а в что-то другое. Да. Ума, ебать, лего как у меня. Я в Марию Вейс вошел, знаешь, блядь, если ты понимаешь. Было. Твое время, блядь, сейчас ей-то, правда, дохуя. Ой, блядь, ну неплохо, ну нормально, слышишь. Ну-ка. Как будто прям последние на рынке выходят. Бля, ебать, не реально. Штаны побаще выглядят. Да, штаны побаще прикольные. Блядь, ладно. Хотел взять, чтобы эта хуйня не мозолила глаза с этими оружиями. Похуй. Блядь, опять это... Ладно, закрыть. Да, заебали. Эти хуёвые кейсы. Адики. Нам сейчас 18. Повыпал кофе. Бля, зелёная нахуй. О, зелёная. Прикольно смотреться будет, братан. Надень. Бля, фул зелёный сейчас сед, что ли, надевать? Сейчас я вот это вот сделаю еще. Ботинки тогда зеленые должны выпасть. Будешь как Киев Тонер. Блять, зеленый. Да. Блять. Чё за хуйня, подожди. Зеленый, блядь. Может, тебя админы слышат? Подкрутите нам, Егор. Я не про напиток, если что, блядь. А брюков, блядь. Нормально, мои сранцы. Брюков. Что, брюков, блядь. Если у меня, я когда-нибудь создам магазин по брюкам и назову брюков, блядь. Брюков. Как Тинькофф, ёпта, блядь. Давай, еще есть, еще есть шансик, потом еще тачку эту выдрачу. Ой, нихуя, бля, я в ахуе, у меня все зеленое, блядь. Я светофор, блядь, или что, нахуй? Давай, зеленое, блядь. Уже, блядь, либо зеленое, либо бирюзовое. Джонни уже масхалат, блядь, собрал, нахуй. Вейп опять выпал. Заебу, конечно. Вейп, жижу накиньте, бля, придурок. Вот давай, жижу здесь сразу. О, зеленая, блядь. Пиздец. Атика это уважаемая тема. А че реально зеленая все? Смотри, зеленая маска. Не. А вы заебали опять эту хуйню, нашпарили. Ну-ка. Зеленые кеды. Ну, опять вот это вот RSX. Не, кеды только фиолетовые падают. Одно и то же падает. Мерс! Давай BMW. Нахуй ты BMW попросил? Я, кстати, тоже человек примета, блядь. Я тоже человек-паук. Сглазил, походу, блядь, сглазил. Давай. О, BMW. Нихуя, кстати, вот эти оранжевые прикольные были. Ну да, но нам, они как не красные, голубенькие. Ну, они оранжевые. А какая разница? Все равно не выпали. О! Это бирюзовый будет сет еще собираться. Штаны есть уже. Это уже неплохо, слушай, прям красиво. Но здесь бирюзового ничего нету. Здесь максимум. Оп! Ой, бля, шорты пиздец. Слышь, у тебя желтые штаны были и синяя эта кофта. Еще тапочки подходящие. Ну, слава Украине. Боюсь, Джонни, спросить, а нахуя тебе столько шмоток, блядь? Куда брат, там? Я потом открою свою палатку, блядь, и буду торговать. А я думал, они как грязнеют, ты их сразу выкидываешь, понял, блядь? Этот, я тебе чё, блядь? Стираешь. Да заебала эта футболка, блядь, нас чё сегодня наёбывают? Я хочу назад меч этот, чтобы выполнил. А сколько ты рублёв куришь? Ой, купишь. Куришь. На 5000.
5000 дали. Охуел, что ли? Ну, чтоб бонус, когда взяли бы в собаках. Ну, мы с Егорчиком на 5000 в месяц выживаем, бля. А ты тут шляпы циферки крутишь, бля. Эрис Икс. И, кстати, маска тоже была бы пиздатая, маска. Аси на пятёру год жить может. И при этом еще в конце года скажешь, нихуя еще 2000 осталось. Вот это я сэкономил. Бля, оранжевый, кстати, было бы классно, если бы выпали. Бля, синий. Фалком. Палос. Все. А вы знали, что Ася воду не покупает, он из крана пьет? Чтобы экономнее. Слышали это? А вот это бэха нормальная? Ну, по идее, лучше, чем серая. Не, ну, это мэр. Сколько ты на Радмире, Джонни, играешь, по-любому пригодится. Стутками. Чекаем, бэха опять. А, хуй. Ой, бля. Клюква. Это вообще ужас. Советская тачка уебала, бля. Нормальная. Было бы прикольно. Зеленая? Белый, бля. Было бы прикольно сейчас бы к этой тачке еще, знаешь, выбить наклейку на Берлин, бля. О, красный заебись, кстати. Можем повторить, да? Да-да-да-да. Осуждаю, блядь! А, ребята, не шутите так! Копать вам не по трубам. Давай, спенджик. Опять спенджик. О, красный-красный, блядь. Чупиксу? Это подарок Чупиксу. Ну, слушай, я могу сказать, что на 5000, ну, пока, ну, это... О, зеленый. Зеленый. Ну, типа, красиво, этот БП лучше определенно, чем предыдущий, но то, что я хочу, пока еще я не выбил. Да. Ну, и ты не забывай, ты не в Фортнайте. Да, тоже верно, блядь. Тут скин по отдельности надо собирать. По частям. О, я ебать, подожди, я хочу посмотреть, как с протезами, как я выгляжу. Да ебать, я с рынка реально как будто пришел. Ебать, ой, бля, я киборг, убийца. Это реально крипово выглядит, пиздец. Бать, я киборг. Подожди. Киборг, убийца. Когда хотел остановить поезд ногами. Но наши лучшие врачи Америки сразу экстренно прооперировали, и теперь Джонни выглядит в натуре как робот, блядь. Я киборг, бля. Так, забираем. Блять, ну опять эти члены ебаные, не хочу. Я, кстати, аптека упала. Давай, оранжевые педали. О, кстати, белый, вот это тоже заебись. А это, не знаю, какая-то странная хуйня. Нож. А. Белый. А. Кстати, это прикольная маска с зубами. Да. Там на уши налазят, как наушники. Я вот сейчас так с брекетами. Ебать. Только без маски. Бля, реально охуенно, только вот панаму надо снять, нахуй. Выбросить, нахуй. На, возьми. С пола не будешь брать? Да, меня таких нападает еще. Деньги, рулетка, деньги, Рита. Давай какую-нибудь уже Маргариту нам засунь красивую. О, чёрт, not bad. Not bad. Сердечко, знаешь, мило. Это милашка. И давай сейчас добьем, похуй на остальные все шмотки, две тачки. Давай три, нахуй. А раз денег? Оп! Нормально. До 150 с толчка разгоняется, блядь, сучка. Ну и давай, добивочная. Мерс. Да деп, Джонни. Блядь, сука! Ну, а что, ты не эту хотел? Я Марс хотел. Было. Нормальные пацаны на ведра гоняют. Спасибо огромное за то, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под видео. С вами был FlyGK. Всем удачи. Всем пока.